Лесная сказка – один из тех лагерей городского округа Щелково, в котором отдыхали даже наши родители. Сегодняшние дети приняли их эстафету. В Леснухе, как ее сейчас называют ребята, дети начали отдыхать еще в 1942 году. Прошло много лет, и лагерь заметно преобразился. В этом году был завершен ремонт обеденного и жилых корпусов. Заменены все коммуникации, построена новая беседка. Также замостили новые пешеходные дорожки и создали лагерное кострище. Своими силами, силами подрядных организаций, а их было 7, мы готовили эту площадку для приема детей. Был проведен очень большой объем работ, очень большой, очень много нового. Первая смена в этом году патриотическая. Из 152 ребят 94 приехали сюда не в первый раз. Каждый год на 3 смены ездили. Мне тут нравится. Мы, в общем, вместо тихого часа заплетали косички. Да. Лесная сказка лучший лагерь! На торжественное открытие первой смены к ребятам прибыли почетные гости. Нам в первую очередь хотелось бы пожелать вам, чтобы первая лагерная смена и смена, в которую вы приехали, была наполнена эмоциями положительными. Те, кто приехал сюда впервые, чтобы хотел приехать сюда еще много и много раз. Хорошей погоды, хорошего настроения, и пусть ваш отдых будет на отлично. В лагере «Лесная сказка». Этим летом в нашем городском округе будут работать 20 лагерей с дневным пребыванием и 2 муниципальных загородных лагеря, где отдохнут порядка 3000 детей. Екатерина Сусенко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».